105 лет исполнилось со дня образования уголовного розыска в системе МВД России. Уголовный розыск является одной из ведущих служб, которая вносит неоценимый вклад в общее дело борьбы с преступностью. На долю подразделения приходится более трети раскрытых криминальных деяний. В настоящее время к компетенции уголовного розыска относится предотвращение и раскрытие деяний общеуголовной направленности против личности, собственности, преступлений в сфере незаконного оборота оружия, борьба с организованной преступностью, розыск преступников и пропавших без вести лиц. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, руководители, сотрудники и работники уголовного розыска, поздравляю вас со 105-й годовщиной образования уголовного розыска в системе МВД, одной из основных и ведущих служб. 5 октября – профессиональный праздник, отмечают сотрудники, чья служба постоянно связана с риском для жизни и самоотверженностью. В уголовном розыске не место слабохарактерным. Здесь трудятся только сильные духом, мужественные, смелые, умные, решительные люди. Одни из немногих, кто способны на благородные поступки. С особенным теплом и благодарностью за ваш нелегкий, очень нужный труд желаю прежде всего стойкости, сил преодолеть все невзгоды и препятствия на нашем жизненном пути. Особую благодарность выражаю родным и близким, кто с пониманием и трепетным вниманием относится к нашей непростой работе. Выражаю уверенность в вас, в своем коллективе и операх, которые не подведут. Благодарю вас за то, что вы неизменно преданно проявляете выдержку и самообладание в самых сложных и запутанных ситуациях. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия в ваших семьях, новых успехов и достижений в службе Отечеству. С праздником, опера!